Привет, друзья! Вы на канале MyHami! Мы рады вас видеть в новом выпуске! И сегодня вы точно будете удивлены, потому что мы сделали гигантский лабиринт в виде мегапопулярной на весь мир сладости банки шоколадной пасты Nutella. Вы удивлены? Мы тоже! Итак, поскорее будем начинать наше путешествие в сладкий мир наших хомячков. И первое начало наше соревнование – сирийский пушистый хомячок Кнопа. И мы оказались на самом верхнем, шестом этаже нашей Нутеллы. И первое, что мы видим, это наша вкусная паста в мини-версии. Кнопа поняла, что это очень вкусно и захотела тоже попробовать популярную сладость. Хомячкам нельзя сладкое, поэтому на финише их будут ждать вкуснейшие орешки. Кнопа, у нас не так много времени, нужно спешить. Смотри, какое количество ложек на этом этаже. Такое чувство, что кто-то делал лабиринт не для двух девочек-хомячков, а для огромного количества пушистых мышек. Синие ложечки пройдены. Теперь перед Зефиркой задание посложнее. Пройти все бельгийские вафли и не откусить ни одного кусочка. Ведь мы знаем, как наша Кнопа любит все грызть. Ребята, а вы знаете, в каком лабиринте наш хомячок, не успев пройти и половину пути, успела отгрызть бумажного героя лабиринта? Мне этот бассейн напоминает шоколадное какао, как будто наш хомячок купается в море из сладкого напитка. Друзья, а вы любите есть шоколадную пасту Nutella? Вот я, например, люблю вечером за чашечкой вкуснейшего ароматного чая вкушать эту невероятную шоколадную пасту вместе с печенькой или хлебушком. А мой друг ест ее прям ложкой каждый день. Я не могу догадаться, как это у него так получается. Пока мы разговаривали про чай и печеньки, наша Кнопа спустилась на следующий, пятый этаж. И здесь нас ждут лесные орешки, с которых и готовится наша вкуснейшая шоколадно-ореховая паста. Ребята, а вы заметили, что на каждом этаже есть маленькие ложечки? Если вы были внимательны, то подскажите мне, пожалуйста, какое количество синих, красных и зеленых ложечек было на этих этажах? Поддержите нашего хомячка подпиской на канал MyHami, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Вижу, что хомяк никуда не спешит, а это значит, можно рассказать вам какую-то интересную историю из жизни наших пушистиков. А вы знали, что наша маленькая девочка Топа в каждом лабиринте умудряется заснуть, потому что препятствия забирают столько сил, что хомяк просто устает бегать. Наша Кнопа спустилась на следующий, четвертый этаж нашей банки Нутеллы. И здесь нашей Кнопе нужен небольшой отдых, так как этот гигантский лабиринт тоже забирает большое количество сил, и маленькому хомяку трудно справиться с препятствиями. Смотри, Зефир, нас на этом этаже ждут желтый, розовый и синий пончики. А вот и еще один коричневый пончик, я его даже не увидела. Кнопа, что случилось? Ты не можешь понять, как работает этот интересный механизм? А это я уже рассказывала в видео про домино. Даже не думай их грызть. Ну а что тебе еще делать? Ты же хомяк, и у тебя огромные зубы, которые нужно вовремя точить. О, я вижу, ты их все хочешь попробовать. Поверь, они на вкус одинаковые. Единственное, чем они отличаются, так это цветом. Кнопа, нам нужно поспешить. Уже очень много времени прошло. Ребята, а вы знали, что пасте Нутелла уже больше 50 лет? Вы удивлены? Мы тоже. А больше того, эта паста не меняла своего фирменного рецепта с 1964 года. Это невероятно. Это самая популярная сладость во всем мире. А вы знали, что пасту Нутелла можно приготовить в домашних условиях? Это очень просто и не займет много времени. Главное, чтобы вы готовили вместе с мамой или бабушкой. Для приготовления пасты нам нужно сливочное масло, молоко, какао-пудра, сахар и лесные орехи. Для того, чтобы паста была правильной шоколадной консистенции, орешки нужно перемолоть в кофемолке, а остальные ингредиенты смешать в миске и довести до горячего состояния. Когда все ингредиенты перемешались, можно добавлять молотые орешки. И вуаля! Домашняя шоколадная паста готова!
А пока мы здесь говорили о создании вкуснейшей пасты, наш хомячок успел пройти бельгийские сладости и пончики. Смотри, как интересно, Кнопа! Качели в виде плитки шоколада. Это получается круговорот шоколада в лабиринте. Интересно! Ты чего так часто застываешь, будто ты шоколадная фигурка в виде хомяка? Точно, а я не пойму, на кого ты мне похожа? Наша Кнопа любит нарушать правила. Ну ничего, это же наша Зефирка, она так старается. Но нужно спешить, разве ты не хочешь победить в этом сладком соревновании? Поддержите нашего шоколадного хомячка подпиской на канал MyHami. Ставьте лайки и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кнопа, я уже поняла, что ты никуда в этом видео не спешишь. Ну и правильно, а зачем куда-то бежать? Это же выпуск про шоколад, про сладости и наслаждение. И про главную сладость всех детишек во всем мире. И вот мы спустились на следующий этаж. И здесь нас ждут огромные бассейны с мягкими шариками. Кнопа, смотри, что у тебя на носике было. Опять шарик, только синего цвета. Смотри, твоя задача посчитать, сколько мороженок в каждом бассейне. А сделать это тебе помогут наши друзья-зрители. В каждом бассейне спряталось шоколадное мороженое. Ты должна его найти. Ребята, а вы любите мороженое? А какое мороженое вы любите? Пишите свой ответ в комментариях под этим видео. Вот я, например, обожаю мятное, фисташковое и банановое мороженое. А когда их вместе перемешать, это будет фантастически вкусно. Молодец, Кнопа, ты его нашла, шоколадное мороженое. Оно спряталось в оранжевом бассейне. И вот мы спускаемся на последний первый уровень нашей банки Нутеллы. Наша Кнопа уже знает, что делать с этими деревянными карточками. Кнопа, тебе нужно поторопиться, а то получается мы прошли все самые сложные уровни достаточно быстро, а на последнем мы просто расслабимся и не будем никуда спешить. Ну ладно, разрешаю тебе просто погулять по лабиринту, все же у нас сегодня самый сладкий выпуск. А как прошла наш лабиринт Нутеллу наш маленький хомячок Топа, мы увидим в следующем выпуске на канале MyHami. А сейчас мы говорим вам спасибо за просмотр этого сладкого видео. Подписывайтесь на канал MyHami, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч, ваша Зефирка Кнопа!